остались, тратя напрасно нервы. Они кидали нам вслед, что мы не будем первыми. Мол, оставь затею и возьмись за дело. Но нам бы взять побольше фрагов, это мы умеем. Мы без огня и на хейтеров двигаемся дальше. Наши награды всем скептикам выносят башни. Как так? Никто не верит до сих пор. Теперь мы бах номер один, с нами киберспорт. Радостная новость наконец-то настала и для геймеров. Один из известных банков выпустил для нее специальную карту для геймеров. Геймеры – это игроки. Игроки очень азартные в игры. Теперь геймеры могут получать бонусы за любые покупки, могут участвовать в розыгрыше консолей и девайсов среди держателей кредитных карт, участвовать в розыгрышах билетов на игровые выставки, получать скидки на покупку игрового железа. То есть они могут сейчас получать бонусы всегда. Сейчас не бойтесь пропустить распродажу или акцию, бонусы будут всегда за игры, голду, софт и любые повседневные покупки. То есть сейчас вы можете играть за счет банка. Возвращайте деньги, закупленные игры и технику в обмен на накопленные бонусы. Бонус равен рублю. То есть 1400 бонусов хватит на геймпад, 2000 на GTA. Итак, ссылочка на кредитную карту будет под этим видео.
Добро пожаловать в банк Тинькофф Кредитные Системы. Я, Олег Тинькофф, рад предложить вам намного больше того, что вы ждете от обычного банка. Свыше 4 миллионов наших клиентов уже поняли это. Спасибо им. И я расскажу, в чем секрет. Бесплатность, мобильность и онлайн-технология – это экономия ваших денег и вашего времени. С нашими кредитными картами вы не только сами решаете, сколько, когда и на какое время одолжить у банка, но и получаете бонусы за обычные покупки по карте. Получаете мили для покупки билетов любых авиакомпаний. Бесплатное пополнение через сеть партнеров по всей России. Также бесплатные платежи в адрес свыше 3000 провайдеров через лучший в России интернет-банк и мобильный банк. Мы доставим вашу карту в любой российский регион. Наши дебетовые карты с высоким процентом на остаток порадуют вас бесплатным снятием наличных в банкоматах всего мира и кэшбэком за покупки. Это когда банк платит вам процент с ваших покупок за то, что вы пользуетесь картой. Вклад в банке Тинькофф Кредитные Системы вы сможете открыть онлайн. Для вас мы придумали онлайн-кредиты в интернет-магазинах через «Купи в кредит» и мобильный кошелек с бесплатными переводами друзьям по номеру сотового телефона или электронной почты. На все ваши вопросы в режиме онлайн ответят специалисты нашего колл-центра и поддержки в социальных сетях. Вы можете написать и мне лично. Банк Тинькофф Кредитные Системы – это банк будущего, но уже сегодня. Присоединяйтесь к нам. Дальше действовать будем мы. Вот вы. А вот ваши друзья, с которыми вы постоянно обмениваетесь сообщениями, фотографиями и ссылками. Вы уже пользуетесь кредитной картой Тинькофф и знаете, насколько это удобно, а ваши друзья не знают. Расскажите им об этом и вместе зарабатывайте. Достаточно просто порекомендовать кредитную карту Тинькофф Кредитные Системы своим друзьям, и вы получите 500 рублей за каждого. Плюс ваши друзья тоже получат по 500 рублей на счет. Так можно получить до 10 тысяч рублей в подарок. Для этого нужно сделать три простых шага. Авторизовавшись на сайте, вы отправляете ссылку с уникальным адресом своим друзьям. Они переходят по ссылке на сайт банка и заполняют заявку. При этом мы знаем, что друг от вас. После активации кредитной карты вы и друг получаете подарки от банка. Приглашать можно через социальные сети, по e-mail или просто по ссылке. Банк Тинькофф Кредитные Системы. Дружить выгодно. Деньги можно зарабатывать только честным путем. Все, как ты учил, приятель. Сделаем это! Это все равно шикарно! Боже, как это круто! А, новенькие банкоматы Тинькофф. Пойдемте-ка затестим. Мы попробуем задонатить нашему каналу. Вы, кстати, тоже можете нам задонатить. Вносим, допустим, 100 рублей. Пока все хорошо, все удобно. Так. Пополнить. Пополнить.